твой крест меня к тебе влечет. Душа моя поет, душа моя поет, твоя любовь. Тема сегодняшнего воскресного богослужения, тема проповеди, она взята из послания к римлянам, 8 главы, 37 стих. «Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Дорогие, никогда не отчаивайтесь, не опускайте руки. Что бы ни было, что бы ни происходило с нами, вместе, как с церковью, с общиной, или с каждым из нас, но ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Все преодолеем, через все пройдем, устоим, потому что Господь с нами, Он любит нас, Он поддерживает нас, Он всегда с нами. Благословений всем, кто смотрит. Аминь. Приветствую, дорогие, всех. Хотел пригласить всех вас в четверг, 20 числа, 6 вечера, на Небесную 7. У нас будет здесь время, когда мы можем послужить своим временем, своими умениями, так сказать, оказать помощь церкви, убраться на территории, подготовить скиню для дальнейших собраний. Я призываю просто каждого, я знаю, что все заняты, все находятся в какой-то работе, и всегда у нас времени не хватает. Но я думаю, что Бог всегда должен быть на первом месте, и в первую очередь мы должны искать Царство Божьего, Царство Небесного. Поэтому, драгоценные, приглашаю каждого принять участие, внести, так скажем, свою лепту в дело Божие, сделать что-то в Доме Божьем. Я верю, что это всегда благословенное время, быть еще раз вместе, вложить что-то от себя в дом и в дело Божие. Так что благослови каждого Господь, приходите, будет хорошее время, будет время общения, и вместе мы приведем в порядок территорию церкви и подготовим скиню, чтобы вместе собираться здесь и славить нашего Господа Иисуса Христа. Благослови всех вас, Господь.